Докажи, что тебе не все равно. В Библии написано: «И скажет им царь в ответ: говорю вам, все, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих, вы сделали для меня». Евангелие от Матфея. Вы когда-нибудь слышали следующую фразу? Людям не важно, что вы там знаете, но они хотят знать, насколько они важны вам. Однажды работавшего в Индии миссионера Дуга Николса отправили в лечебницу, потому что он контактировал с больными туберкулезом. Дуг пытался рассказать другим пациентам лечебницы о христианстве, но те и слышать ничего не хотели о Боге. Тогда Дуг стал размышлять, почему же все-таки Бог отправил его к этим людям. Как-то ранним утром Дуг заметил, что пожилой мужчина на соседней койке никак не может подняться и сесть из-за слабости. В конце концов, измученный, он лег на спину и разрыдался. На следующий день повторилось то же самое. В палате запахло. Старик безуспешно пробовал встать, чтобы сходить в туалет. Медсестры были крайне недовольны происходящим. Разозлившись, одна из них ударила этого несчастного, а он только свернулся калачиком и заплакал. Рано утром на следующий день Дуг встал и осторожно отнес мужчину в туалет. И тот долго благодарил его на своем родном языке, а потом даже поцеловал его в щеку. Тем же утром, но уже чуть позднее, Дуг проснулся от запаха свежего чая. Другой пациент стоял рядом, протягивая ему чашку и показывая жестами, что он хочет взять одно из Евангелий, которые были у Дуга. Многие люди пришли в тот день за Евангелием, включая врачей и медсестер. Так что со временем в больнице не осталось никого, кто был бы без этой книги. А в течение следующих дней несколько человек решили стать христианами. Когда люди видят вашу заботу, они начинают интересоваться вашим Богом.